Хотите узнать, как правильно использовать неодевые магниты в быту? Смотрите. Магнитная петля своими руками. При помощи простого неодевого магнита, который можно даже не закреплять на такой петле, можно получить оригинальные, надежные и в магазинах дорогие магнитные петли, которые сами закрывают дверь, хорошо ее удерживают. Дверь после этого не распахивается. Сделайте, как я. Желаю удачи!